Несмотря на то, что соревнования любительские, здесь все по-настоящему. Торжественное открытие, представление судей и наставников, разделение на команды. Веселые старты, в которых участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья, проводятся в бассейне «Дельфин» дважды в год, на День защиты детей и Международный день инвалидов. Эта традиция имеет давнюю историю. Наши ребята с 93-го года приходят в бассейн, и всех мы с удовольствием принимаем. Но сегодня хотелось устроить им праздник, а это традиция. Каждый год мы проводим праздник. Присутствуют сегодня дети с ограниченной возможностью, городовидные и развилки. Будут эстафеты, будет плавание, мы все будем поддерживать. Впрочем, и сами дети не прочь лишний раз доказать, что, несмотря на особенности, могут показывать свои умения в самых разных областях. Это продемонстрировал и танцевальный номер, который был показан всем собравшимся на церемонии открытия соревнований. Дается старт заплывом. В соревнованиях принимают участие и дети, занимающиеся в спортивных секциях бассейна «Дельфин». Помогая друг другу, ребята смело штурмуют водные дорожки. В случае необходимости на помощь всегда придет тренер-инструктор. Ваня, досточку возьми правильно. Не так, как панчик надо. Зрители, а среди них были родители и почетные гости, азартно поддерживали маленьких спортсменов. Хотя, наверное, самые ярые болельщики – коллеги по команде. Подобные соревнования – часть воспитательной программы, реализуемой оздоровительно-образовательным центром по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Программа включает и участие в соревнованиях различного уровня. Но самое важное то, что дети чувствуют заботу о себе. Этим ребятам нужна доброта и свет. Мы стараемся поддержать их, дать, почувствовать, что они лучшие из лучших. И на том же уровне, на котором все наши спортивные ребята. Главное, что дают эти соревнования маленьким участникам – веру в себя, в свои силы, в свои способности достичь любой цели. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ.